Первый этаж терапевтического корпуса больницы «Семашко» уже укомплектован. Здесь пока нет больных, однако в случае распространения инфекции места достаточно. Крыло рассчитано на 200 человек. В данный момент в отделении уже заготовлены все необходимые аппаратура, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. По словам сотрудников больницы, бригада из врачей и медицинского персонала численностью в 74 человека уже готова принимать заболевших. Пока у нас задействованы только палаты второго этажа. То есть на данный момент мы именно специалистами и койками второго этажа, а также аппаратурой, мы полностью обеспечиваем потребность населения области в помощи по профилю пульмонологии. Пока врачи готовятся, общественники тоже не сидят без дела. В администрации заводского района уже работает волонтерский центр по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. С его деятельностью ознакомились региональный парламентарий и депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Наши волонтеры будут отвечать и давать консультации, куда обратиться в случае нехорошего состояния здоровья. Будут помогать и оказывать помощь людям, которые преклонного возраста, инвалидам, в доставке медикаментов, если это потребуется, в продуктов питания. Как рассказали сами волонтеры, центр будет осуществлять деятельность до тех пор, пока в регионе не удастся стабилизировать ситуацию. Волонтерский центр будет работать, принимать эти все просьбы о помощи наших граждан. И это будет проходить в ежедневном режиме. Это будет с утра до вечера, с 8 утра до 6 вечера. И вот все это время наши волонтеры будут обзванивать людей и принимать звонки. Сергей Прошкин, Екатерина Федина, телеканал «Первый областной».